находится на дальней штанге. 10-й гол. Я говорил о том, что Лассина Траоре недалек от лидеров в споре снайперов, но и Это забил много. 2-1. Критическая масса угловых и вообще давление на чужие ворота переходит в гол Это. Там много было футболистов в желтой форме в штрафной Локомотива. Сразу двое сыграли, причем Это законченным сделал этот эпизод, потому что мяч после удара его партнера шел мимо. Будем смотреть повтор. Жуселей и Это, и Денисов. Денисов, если разбирать эпизод, когда ты не можешь ничем помешать на ближней штанге, то сделай так, чтобы не было офсайда. Два шага вперед. И Это мог оказаться в положении вне игры. Ну, а так он оказался в позиции, из которой совершенно невозможно было промахнуться, особенно такому мастеру и человеку с такой ролью в команде. 2-1. 74-я минута. Самуэль Это, возможно, забивает бронзовый мяч для Анжи. Но это еще далеко не все. Я полагаю, что Денис Глушаков, в перерыве дававший интервью нашему корреспонденту Наби Аликберову, не кривил душой, произнося слова «честь и достоинство». Тарбинский зарабатывает штрафной. Еще нам Наби Аликберов обещал специальную акцию за 5 минут до конца. Включенная подсветка мобильных телефонов. Это борется за мяч.